да? Саша, скажи. Может, спасибо. Спасибо тебе за добрые слова. Я представил бас-гитара Николай Герасименко. Простите. Я понял, да, я вас понял. Все понял. И Вера Гребенкина. Она много на чем играет, поет. Вот, потом увидите все. Мы действительно из Воронежа приехали. Сегодня мне жена позвонила, мы ехали по дороге, как раз сказала, что на Воронеж, то есть на Воронеж, на Москву надвигается торнадо. Вот где-то подобное с ним случилось, там что-то вообще страшное. Вот. А потом мы приехали и сказали еще, что здесь случилось землетрясение. Вот. То есть вообще все весело. Конец света. А вот и первая песня у нас будет называться «Детская песня про конец света». Полумир.
гуляют простых путями. Перекрестки временные судя, перепереды в умах вождей. Переобезьяны еще не люди, перепередованные кресты. Перепереговшенные улыбки, перечеркнутые листы. Перепроверенные ошибки, полумер, полумир. Полумир за что полуздорово, то полубольной. Если ты не голоден, не горяч, значит, твой мир растаял давно. Совсем новых песен. Надеюсь, у нас все получится. Первая песня, я даже не знаю, но ее толком еще название и нет. Не бывает такое, что что-то начинаю играть, оказывается, что никто не знает, чем с ребят. Песни нового дня.
смерти окаянные, кулаки разбитые, злые рожи рваные, да кресты пробитые. Каждой ночкой темной убивают, грабят, рвут стаканами полными, по притонам рабу бьют, чтобы время ясное не мешало. Как пошла отважная девка солнце в небо вниз, так злодеи страшные на нее накинулись. Рук ногтями черными, их ножами длинными, рками врага в черными, кожу в косы дивные. Но загорелись грязные бороды и волосы, и бегут несчастные от солнечного голоса, от песни, песни нового дня, песни, песни огня, песни, песни нового дня, песни. Поднимаясь ранее по дорожкам Зорюшка, да над миром маленьким проходило солнышко. Красота небесная, чудо ненаглядное, добрая и честная, милая, нарядная. Девица румяная, распуска волосы, над полями пряными пела птичьим голосом. Каждая песня. Бесконечный дождь,
окно. Каждый день одно, на душе темно. Только песня эта внутри звучит все равно. Бесконечный дождь моросит в окно. Каждый день одно, на душе темно. Только песня эта внутри звучит все равно. Я уйду, когда в садах опалёт листва. Я уйду, когда повсюду лежит листва. Я уйду на взрыв, на руках не лад. Я уйду, как риск, я уйду, как брат. Я пойду искать новых песен слова. Я уйду на взрыв, не попад, не лад. Я уйду как рит, я уйду как брат. Я пойду искать новых песен слова. Каждая песня лучик света. Каждая песня стрелы полет. Каждая песня должна быть спета. Каждая песня шаг вперед! Пройдет немного, и мир укроет снега. Пройдет немного, и всюду лягут снега. И деревья будут мечтать о листве, а земля под снегом, о сочной траве. Но я о песнях и новых стихах. И деревья будут мечтать о листве, а земля под снегом, о сочной траве. Но я о песнях и новых стихах. Я вернусь, когда листья зацветут сады. Я вернусь, когда повсюду цветут сады. Я однажды усну, я когда-то проснусь. Я однажды уйду, но, конечно, вернусь, чтобы спеть свою песню про мир, где не будет беды. Я однажды усну, я когда-то проснусь. Я однажды уйду, но, конечно, вернусь и спою свою песню в мир, где не будет беды. Каждая песня лучик света. Каждая песня стрелы в полет. Каждая песня должна быть света. Каждая песня шаг вперед. Мы сейчас споем. Не было любит нас. До встречи, друг. Может быть. Вадима Кузьмину, да? Скажу, в общем,
Последние 7 лет своей жизни в нашем городе, в Воронеже, жил замечательный сибирский музыкант Вадим Петрович Кузьмин, больше известный как Черный Лукич. Вот, это был замечательный человек, то есть некоторый талантливый и действительно очень добрый, светлый человек. Вот этой осенью прошедшей его не стало вот, по причине, в общем, сердечного приступа. И вот память его эту песню. Дождь, речи, труд, увидимся на том берегу.
знает творчество Вадима Петровича, обязательно посмотрите в интернете, там где можно, это очень светлые, добрые песни, действительно очень, очень хорошие. Это творчество «Воскресенье», очень пасхальная песня на самом деле. Вот, спасибо группе «Вестница», Александру Шипу, но дело в том, что у нас время начинает быстренько так сокращаться, поэтому нам надо динамично все делать. Вот, и музыкантам тоже. Воронежу привет огромный. Вот, спасибо большое, спасибо, Дим, спасибо всем, кто здесь нас поддержал. Я хочу напомнить, что если вы хотите поддержать их материалы, то что мы им оплачиваем дорогу, стараемся в этом случае, то любые ваши пожертвования в бидончик, там, сверх какой-то, ну, у кого есть возможность, это нам очень помогает. Вот эти все деньги идут на дело, и в частности на оплату дороги. Вот, сейчас у нас появился Павел Федосов, он зимой выступал именно здесь, вместе действия, но, правда, с другой стороны, вместо действия. Вот в той стороне он выступал. Вот, а теперь он тут.